Рыбкина, а что ты тут делаешь, интересно? У меня рабочий день закончен, я отдыхаю. Владимир Сергеевич, барвихи я налопала. Выход вон там, он, наркоманка проклятая. Я вам серьезно говорю, там пришельцы высадились. О, хватит, пожалуйста, вот эту лапшу, которую ты мне на уши здесь вешаешь. Ну, вот забери назад, на. У меня Новый год скоро, я сижу, отдыхаю, смотрю кино про декабристов. Все, точка. На Новый год? Да. Что за бред? Почему бред? Все очень логично. Декабрь, декабристы. Не губи, милостивый государь! Ведь скоро праздник! С Новым годом, Папилюка! Вот, кино готово, все. Ты помнишь, как поэт сказал, да? Во глубине сибирских руд два старика-старуху прут. Не пропадет их скорбный труд. Им по 15 лет потрут. Да при чем тут это? Что делать с пришельцами в Барвихе? Пришелец у нас в Барвихе только один, Рыбкина, к сожалению. Это Мухич. Да. Вот этот вот развод, то это так это. Могла бы что-нибудь придумать пооригинальнее. Ну, Новый год, НЛО, ну что это? Это для конченых. А вот Измайлову, кстати, бы очень понравилось нам. Да правда. Там патрульные подъехали, так они их там чем-то парализовали, а старшине вставили анальный зонт. Чего? Да, Русу с пятой роты. Вы знаете Руса. Да не знаю я никакого Руса. Оставьте вы меня все в покое. Я хочу встретить хоть раз в жизни Новый год спокойно. Можно? Дамы и господа, мы вынуждены прервать сеанс из-за чрезвычайной ситуации. В Барвихе приземлился инопланетный корабль. Сука.